Далее о событиях, которые заинтересовали наших журналистов. Лает, но не кусает. В Китае создали умную собаку-робота. Увидеть и даже пообщаться с Билли можно на выставке iWorld 2016, которая проходит в Пекине. Этот электронный экспонат, кстати, привлекает больше всего посетителей. Создала четвероногого робота компания из провинции Шаньдун. Кроме Билли, на выставке можно увидеть много других передовых технологий, которым обязательно найдется применение в будущем. Дарить старым зданиям новую жизнь. В этом видит свое призвание Шэнь Джанвэй, ремесленник с 25-летним стажем. Мужчина стал популярным в соцсетях благодаря своим работам в Линцяхуэйском автономном районе на северо-западе Китая. Используя древнюю китайскую технику гравировки, Шэнь Джанвэй превратил эти здания в настоящее произведение искусства. И в завершении новости Сянганского океанического парка. Там на 38-м году ушла из жизни панда Дзя-Дзя. Она считалась самой старейшей на планете. Мишку-долгожителя пришлось усыпить из-за его проблем со здоровьем. По человеческим меркам Дзя-Дзя было больше 100 лет. Интернет-пользователи в соцсетях вспоминают панду и желают ей спокойного пребывания на небесах.